Молитвы святому Алексию, человеку Божию. Молитва первая. О великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексии, душею на небеси престолу Господню предстояй, на земле же данною те свыше благодатью различные совершая и чудеса. Призри милостивно на предстоящей святей иконе Твоей люди, умиленно молящиеся и просящие от Тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу честнее руцы Твои и спроси нам от Него оставления согрешений наших, вольных и невольных. В недузях страждущим исцеления, напаствуемым заступления, скорбящим утешения, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим Тя мирную и христианскую живота кончину и добрый ответ на страшном суде Христове. Ей, Святче Божий, не посрами упования нашего, еже на Тя по Бозе и Богородице возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение. Да Твоими молитвами, получивши благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога. И Твое святое заступление, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О Христов угодниче, святый человече Божий Алексии, призри милостивно на нас, раб Божиих, имена, и простри молитвенно ко Господу Богу честнее руцы Твои, и спроси нам от Него оставления согрешений наших, вольных и невольных, мирную и христианскую жития кончину и добрый ответ на страшном суде Христове. Ей, угодниче Божий, не посрами упования нашего, еже на Тя по Бозе и Богородице возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение. Да Твоими молитвами, получивши благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа и Твое святое заступление, ныне и присно, и во веки веков.